Всем привет! Ну что, продолжаем распаковку Kinder Joy Гарри Поттер. У меня уже есть маленькое видео, шортс, где мы распаковывали три яйца. Нам, к сожалению, никто из коллекции не попался, поэтому мы снова будем испытывать удачу. В этот раз у меня 8 яиц. Кстати, кто не помнит, не видел видео или вообще не знает, покажу. Вот такие вот фигурки нас могут ожидать. Вот вся коллекция. Есть допники, допники отдельно. Вот мне попался как раз таки допник. Ну, допники нас не очень интересуют. Будем все-таки ждать коллекцию. Кого бы я бы хотела бы? Снейпа, Драка, Гарри Поттера. Ну, вообще так-то любой попадется, но вот Драка и Малфой прямо мои любимчики. Кто не любит злодеев, да? Ну что, откроем с вами яйца. Так, ну, здесь, как обычно, вкусняшка. А здесь то, что нас интересует, это сами непосредственно... О, яйца. О, яйца, говорю, сами непосредственно игрушки. Сори, заговариваюсь. Так, давайте смотреть. Это у нас профессор Дамблдор. Смотрите. В общем, сами игрушки идут из вот таких вот двух частей. Это у нас Funko Pop. А-ля игрушки. Ну, не а-ля, наверное, Funko Pop. Идет такая вот ниточка. И вот сам герой, Дамблдор. Вот так вот он выглядит. Игрушка классная. Слушайте, вот какие игрушки должны быть в киндерах. Дамблдор. В очочках. Вот вам поближе его покажу. Блин, он такой классный. Ну что, как минимум одна игрушка у нас уже есть. Надеюсь, он будет не единственный. Продолжим. Следующее. Так, нам нужен профессор Снейп и Драко Малфой. Пишите, кого, кстати, вы бы хотели бы, кто бы вы хотели, чтобы вам попался. Так, здесь у меня допник, я уже вижу. Это кто, Джинни на метле? На метле, да. Так, смотрим. Опять, да, вот у них вот такие вот. Допники, вот они на этот крепятся. Выглядит он вот такой вот пластик. И вот такая вот наклеечка. Положим сюда. Дальше. Говорят, что Гарри Поттер золотой самый редкий. Я слышала, хотя... Не знаю. Так, Малфой, это снова допник. А у меня, кстати, такого не было. У меня был другой допник с Малфоем. Такой же, как тот. Он крепился. Этот вот из одной части. Главное, здесь резиночка. Вот так вот он выглядит. Резиночка. Сейчас посмотрю с вами вместе, что это за допник. Это... И это что? Типа заклад... А, это на ручку. На ручку. Видимо, резинка это, чтобы на ручку одевать. Чтобы вот сюда резиночку и на ручку одевать. Ну, прикольно, кстати. Хотя бы... Это мне больше нравится. Так, ну что, давай, нам еще нужна хотя бы одна фигурка. А лучше три. Убираем. Эх, снова допник. Смотрите-ка, снова Джинни. Сейчас посмотрим, кто здесь. Такое ощущение, что это тоже на ручку. Так, вот. Опять она. Вот видите, такая штучка. Сейчас посмотрим. Мне кажется, это снова на ручку. Да-да-да-да-дам. И это... Что такое-то? Да, это на ручку. Вот так вот одевается сбоку. Так, следующий. Ну что, как думаете? Пишите, будет ли еще одна фигурка нам или нет. А вот это снова допник с Малфой. Нам нужна фигурка Малфой. Это я уже видела. Это крепится на... У меня уже такая была, кстати. Да, крепится на пенал. Вот так вот. Показываю вам. Вот как он выглядит. Ну, что-то нам не везет. Что же это такое? Открываем. Опа, фигурка. Ура!
Ребята, смотрите, кто это? Это Снейп. Восторге ли я? О, да. Смотрите, ну разве он не шикарен? Посмотрите. Просто красавчик. Ну и ниточка, конечно же. Посмотрите, красавчик. Довольна ли я? Да. Так, давай, Малфой и Гермиону, да? И будет the best of the best. Так. Открываем. Эх, это снова допник. И снова, по-моему, да. Это на ручку допник с Джинни. Он у нас уже был. Последнее яйцо. Ну что, держим пальчики, чтобы была фигурка. Слушайте, допники. Так, у меня здесь помощник принял. Так, это повторка. Это фигурка. И это еще один Дамблдор. Дамблдор. Вот так вот он выглядит. Ну, слушайте, три фигурки, но по факту две. Одну я, не знаю, поменяю, отдам. И куча допников. Вот такая вот у нас сегодня распаковка. Я рада, что мне попался все-таки Снейп. Кстати, Дамблдор тоже все-таки прикольный. Но, к сожалению, учитывая стоимость яиц, очень жалко, что получаешь всего несколько фигурок и столько допников. Ну что, как вам? Пишите, понравилось или нет. Покупали ли вы Гарри Поттер Киндер Джой? Если да, кто у вас попался? Будет интересно почитать. Ну что, всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и смотрите новые видео. Пока-пока!